лечение вечных сердец. Вот здесь же скорости космические. Летит на Земле вечный звезд хоровод. Все так быстро происходит. Но она вот такая мудро-поэтическая, если можно так сказать. А люди к вечному тянутся. И вот за этой скоростью важно не суетиться, а заметить друг друга, заметить то, что вокруг происходит, отнестись к этому. Может, тогда вот и будем двигаться быстро, и будем мудрее жить. Да, не спеша, но в то же время да. Вот такое сочетание, это легкость. Мне кажется, это как гимн жизни. Мы к этому уже прикоснулись, и это очень дорого. Как будто другой мир совершенно. Вот я очень рада, что сегодня мы сюда попали, то, что вот Лена сказала, нам сегодня с Мишей 37, мы в совместной жизни, вот, и мы решили сделать для себя подарок и приехать сюда к вам. Я думаю, что это самый вот шикарный, наверное, наш не юбилей, но дата совместной жизни, которую мы вот за всю свою жизнь совместно отметили. Я очень благодарна, что есть такая возможность.